Псков. 400 спортсменов из разных областей и автономных республик прибыли сюда для участия в весеннем первенстве по академической гребле. Большинство гребцов – призеры прошлогодних межобластных и всесоюзных соревнований. Состязания носят упорный характер. Борьба развернулась в финале у мужских восьмерок. Кто победит? Дружная команда хозяев этого голубого стадиона или более опытные гребцы из Татарии? Командное первенство по праву заняли спортсмены из Татарской автономной республики. Им и вручается кубок. На втором месте команда Псковской области. Спортивное лето началось.